Отопительный сезон под угрозой в нескольких районах области, во всяком случае на данный момент. Такой вывод можно сделать по итогам расширенного совещания при главном федеральном инспекторе по Кировской области. Владимир Климов раскритиковал отношение некоторых глав муниципальных образований к проблеме. Поскольку дальше бумажные волокиты, работа по подготовке к зиме местами так и не сдвинулась. Подробности далее. Вопрос сложный и проблемный. С этого начал совещание по вопросам подготовки региона к отопительному сезону главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов. И не без оснований. Статистика удручает, если в 15-16 годах паспорта готовности к отопительному сезону не получили в срок всего 4 муниципальных образования, то перед зимой 18 года 26. В конце мая текущего года в рамках также координационного совещания рассматривался вопрос об итогах проведения осенне-зимнего периода 17-18. Там был выработан целый ряд рекомендаций, но, к сожалению, ряд из них не выполнен. Если в среднем и общем, то к отопительному сезону на данный момент регион готов на 70%. Подготовлено 77% жилищного фонда, 73% источников теплоснабжения, 73% подготовлены тепловые сети. Готовность водопроводных и канализационных сетей составляет 76,81% соответственно. Но несколько районов области существенно портят общую картину. Кировским городским поселениям до настоящего времени не определена теплоснабжающая организация, которая будет осуществлять теплоснабжение в населенном пункте в предстоящем отопительном периоде. Сложной остается ситуация на котельных в городе Мураши и поселке Безбожник Мурашинского района. Вызывает опасения ход подготовки к отопительному периоду и дальнейшее обслуживание котельной в поселке городского типа Стрижи. Также неясно, начнется ли отопительный сезон в срок в Мурашах и поселке Юбилейном. Предприятия, которые обслуживали там котельные, сегодня, как правило, в стадии банкротства. Некоторые отдают муниципалитетам, но до сих пор эти процессы не завершены. Как сказал Климов, все только на бумаге, а отопительный сезон уже не за горами. Напоминаю, главы муниципальных образований несут личную ответственность за получение паспортов готовности и безаварийную работу в течение всего отопительного сезона. Этот вопрос власти региона планируют держать на особом контроле. Обещают, к началу отопительного сезона все котельные будут введены в эксплуатацию.